Так, раз-раз, ребята, добрый день. Если изображение и звук есть, просто в чате плюсик поставьте. Так, вижу плюсики, спасибо. Сегодня у нас 24 апреля, вторник, время 11 часов. Как всегда, мы начнем на 5 минут позже, с 11:05. Подождем, пока все подключатся. В общем, ждем еще 3 минутки. Дальше начинаем торговать. Смотри, ты на Бери, на Сбере 55 тысяч поставили. Смотрим параллельно на валюту, на сишку, закололи сегодняшний минимум, пока вниз не пошли, то есть пока стою без сделок. Утром открытие не торговал, потому что-то заглючил стакан, пришлось переустанавливать все. Капиш? Отойду на 2 минуты, пройду. Так, раз-раз, я вернулся, пока ходил, сишка вынесла минимумы, включаешь на сишку. Так, время 11:04, еще ждем минуту всех. Добавляю участников. Что зависает у меня выбокс.
Что, если бы вариант сыграть в джек-казино, смотрите, стоит сверху восьмерка на 62. Снял он восьмерку. Обычно снимает и ее втыкает по рынку. Так, Сбербанк лаи пробивает. Так, на Сбере зашел в пробой, я видел только 40 пунктов. Сейчас цена болтается, плюс 20, плюс 30 пунктов. Так, Сбер втянул все в ноль. Похоже на ложный прокольчик. Так, по сишке закрылся. Поставили сверху пятнашку. Блонг. Нравится на томе, поставили еще 15 тысяч, теперь еще 20 тысяч лонг. Так ощущение, что был вынос на объеме нашего локального минимума. Сейчас загонят цены на хай сегодняшний. Смотрите, похоже на настоящее пятнашку, что ли. Наши заседают, пытаются. Смотри, теперь по сверстишке в лонг четверку встала.
Ребят, кинул маленький объем, потому что не понимаю, что происходит. Пока просто смотрю. Какие-то объемы вставляются вверх-вниз. Видите, снизу убрали все объемы, пятнашки и так далее. На Сбере сейчас там болтается заявка. Вижу 60 пунктов, на 223 она идет. Пока добавляю участников. Ну, вот Сбербанк, который болтается. Заходил на проведание, там частично поскидывался. Он болтался там плюс-минус 20-30 пунктов. Сейчас вроде бы его поддавливают вверх вниз. Вы видите, без объема она идет вниз. Я весь объем вставлял выше. Здесь просто для вида держим уже сделку. Кстати, на Сбере поставили 42 тысячи в шорт. Нам поддержку. Видите, карта рынка совершенно необычная, у нас в лидерах Лукойл, потом Магнит, видите, ни синей валюты даже близко нету. Сбербанк подходит к очередным лоям. Так, вот так вот. Делаю, чтобы было видно. В общем, Сбер уперся вчерашний максимум, сейчас оттуда откатывает. Включал звук на секунду, чихал. В общем, какая у меня мысль? Мысль здесь такая, что сейчас, если мы продаем вниз на валюте на 61 500, я там постараюсь еще раз зайти наверх в лонг, если мы не продаем этот нижний объем. Видите, где 14 тысяч, я вам показываю. Вот здесь. Меня интересует вот этот объем. Я хочу отсюда взять отскок наверх. Посмотрю, как это выглядит на графике, покажу вам. Вот график открыл. Вот наш минимум на оси, на открытии. Мы его вынесли на повышенном объеме и вернулись обратно в проторговку. То есть теоретически я хочу здесь увидеть либо двойное касание, либо что-то похожее на разворот, чтобы встать в лонг. Смотрим на валюту. Примерно та же самая картинка. На 15 минутке. Смотрим на евро. Евро похуже смотрится. Евро просто так вниз такой хвост рисует. Чисто теоретически евро может пойти еще пониже. Хотя, если уровни на евро кинуть, то мы сегодня, вот сейчас
пытались заколоть минимум вот 19 апреля, но обратно вернулись в проторговку. Ну и наша нефть, интересно, сейчас уже стоит выше, чем 75. То есть максимум по нефти 75-17, видим на графике. Сейчас непонятно, что ожидать дальше от нефти. Где хорошая точка для продажи вниз, чтобы пойти. Так, Сбербанк опять дает там 60-70 пунктов. Сейчас, если мы не пройдем эту границу 223.50, то закрою сделку. Так, добавлю еще участников. Но смотрю на Сбербанк и на индекс МВБ, он начинает рисовать зеленую свечку. Блонг. Думаю, что сейчас буду, наверное, по Сберу закрываться. В общем, на Сбере с того пробоя мы максимально видели 80 пунктов. Пока цена болтается. На РТС тоже нарисовался покупатель снизу, с ценой 115-100 нас пока наверх затаскивают. Переключу на Сбербанк, покажу. Так, это фишка. Ну, смотрите, справа график верхний зеленый, это индекс МВБ. IMOX сейчас, видите, он рисует зеленую свечку наверх. РТС тоже рисует зеленую свечку наверх. То есть по Сберу просто выйдем, грубо говоря, без убыток сейчас. Все.
Так, ребята, сейчас звук изображения есть. Кто-нибудь в чате плюсик киньте. А, ну вот, ну короче, косяк WebEx, извиняюсь, что-то происходило, долго тут мучились с техподдержкой. Все перезагрузили, сейчас вроде бы начинает работать. Влад, заработало! В общем, осталось у нас 20 минут. На самом деле на рынке ничего не поменяли. Тишина как была, так и есть. Сишку я там закрыл плюс 60 пунктов. Она сейчас пока поджимается к своим минимумам. Помните, я говорил, что я ожидаю подхода вот к этой, к этому объему, который прошел на 61.500. Там попробуем взять отскок. Пока тишина на Сбербанке на 225.00, вернее, там под ней стоит 50 тысяч. Шорт тоже смотрю. То есть, но пока ничего интересного нету. Сейчас какие-то сделки по рынку будут, тут же скажу. Без сделок смотрим, что будет. Вот на Сбере 55 тысяч стоит. Смотрите, как индекс МВБ рисует такую аккуратненькие ровные свечки наверх, зеленые. Смотрим, что будет. На Сберфиче пока ничего не вижу. РТС тоже ничего не вижу. Вопрос от Андрея Остаповича. РТС можно брать много раз, пока вас не отстопят. Сколько он там даст? 2, 3, 4 раза, как бы, ну, непонятно. У вас же все просчитано, стоп короткий. Если вас раз отстопят, то ничего страшного в этом нет. Тем более на таком рынке, когда он так боковит, там можете 20 раз отскочить от одного и того же места. Сейчас смотрю на Сбер. При проведении, если мы пролетим, меня должны взять в лонг по движению. Ставился через клавишу V отложенную заявку на пробой в лонг. Ну, навряд ли, конечно, здесь пойдет. Сейчас посмотрю на мамбу. Если что будет интересно, может даже этот полтинник еще войду в шорт. Смотрю на валюту на Си, пока там все стоит. Пока без сделки. Сейчас внимание на Сбербанк. С
Посмотрим, как пройдет этот пробой, если пройдет еще. Видите, единичками сверху кто-то подавливает в шорт. Какой-то товарищ из Алабы, скорее всего. Добавил еще участников. У нас, конечно, косяк был с вебоксом. Такое давно такого не было, чтобы поломка чинились. Ну, смотрите, новички, здесь для вас сделка по Сберу. Можно встать, грубо говоря, в шорт от этого объема, поставить стоп за него. То есть стоп здесь получается минимальный, там пунктов 10, если успеете выйти в эту плотность. То Си вообще встала колом, ничего не происходит. Поставили снизу то ли робота в лонг, то ли подставляешь, то ли айс 600. Смотрю на нефть, нефть опять поджимается, вышла за 75, сейчас уже 75.10 стоит, пытается пройти на пробой своего максимума сегодняшнего. На валюте АИС уже прошло 30 тысяч. Ну, смотрите, на индексе МВБ интересный ретест в шорт. Видите, у нас сверху был уровень, да? И вот мы, похоже, его тестируем в шорт. Еще раз говорю, для новичков это неплохая сделка отсюда, от объема. Но здесь главный момент — успеть выйти в этот объем, если его будет проедать. Если будет сделка сейчас на Си, то переключусь, пока там ничего нету. Смотрю на Си пока без сделок, на Сбербанке стоим. Два варианта: либо сейчас пойдет вниз, нас потащит, либо если мы проедим этот полтинник, то мы перезайдем на пробой наверх. То есть здесь и в ту сторону сейчас выставились, просто ожидаем, что произойдет. Смотрю опять на индекс МВБ. Смотрите, видите, он опять рисует зеленую свечку наверх.
Сбербанк не люблю что-то торговать, потому что очень большая комиссия. То есть, как бы, если брать движение, нужно брать такие движения, там, хотя бы пунктов 100, не меньше. Потому что все вот эти, там, 20-30 пунктов совсем ни о чем. Смотрите, Сбербанк сейчас копирует движение нефти. Нефть не пошла на пробой туда, вот 75-17, и вкатила опять на 75. Сейчас, если нефть даст импульс вниз, то, конечно, Сбер пойдет вниз за нефтью. Ну, смотрите, если брать по новичкам, у вас там был стоп минимальный, там 1-2 пункта по Сбербанку, да? Сейчас вы здесь уже видите, ну, там до 20 пунктов, да? То есть, в принципе, соотношение получается 1 к 20. То есть, это такой неплохой формат для вас, для того, чтобы набивать небольшой профит. Сбербанк стоим, переключусь на Си. Видите, здесь все как колом стояло, так колом и стоит. А Сбербанк, тем не менее, сейчас начинает шевелиться. Нефть дает импульс вниз. То есть я по Сберу уже видел 50 пунктов в моменте. То есть теоретически, если бы на объем залиться, можно было неплохо взять. Но после последних этих дней Сбера, когда он 50 тысяч разъедает и улетает вдаль, мне не хотелось вставать на объем абсолютно. Смотрю на нефть, если нефть пойдет ниже своей проторговки, то по Сберу мы увидим длинное движение. Пока Сбер втянул, дает 30 пунктов. Сегодня, кстати, у меня очень мало сделок, катастрофически. Вот сегодняшние сделки. Почему-то здесь на Си сделки не указаны, хотя фьючерс. А, ну я компьютер перезагружал, может что-то с этим связано. В общем, вот такой сейчас финрез, нулевой, скажем так. Но еще целый день впереди, еще насобираем. Пока еще не было ситуации. Ну и да, кто хотел, вот опять карту рынка просит, смотрите по карте рынка. Вот на моих инструментах, это Си, валюта, РТС, пока ничего еще абсолютно не было. Видите, в лидерах у нас Магнит, Лукойл. На 224.50 на Сбере подсветился айсберг. Посмотрим, какая у него видимая часть. Смотрите, индекс МВБ прокалывает свой максимум. Закрылся здесь я в этом шорте.
Та же самая ситуация снизу. Айсберг хоть и маленький. Встал от него в лонг. Там стоп минимально 1-2 пункта. Вот посмотрим, может пойдет на пробой. Вся ситуация по Сберу. Одиннадцать 55, переход в 5-минутке. Ну, посмотрите внимательно на индекс МВБ. Видите, он проколол этот уровень, с которого нас скидывали. Сейчас рисует такую хорошую свечку наверх, зеленую. Такое ощущение, что айсберг сняли на 124, да, айсберг сняли, все нас отступили. Смотрим, что будет дальше. Грустно, да, Бога. Все, что все говорит. Пусть бургеры пошли туда даже. Сейчас видели, что поставил точку на входе движения за проедание десятки. На сбере такие точки неплохо работают, когда проедает большой объем, можно встать за ними на проедание. Сверху какие-то роботы появились на сбере. Нет, Боковича нет никакой активности. Вышел из Бера. В общем, пила началась. Ждем какого-нибудь уровня, чтобы были какие-нибудь участники, чтобы можно было что-то пробить, сорваться так, стопаки и пойти нормально. Пока просто здесь можно нараздавать. Ну, смотрите, валюту опять переключился, и стоим, вообще не шевелимся. Полная тишина. Сейчас что может быть на переходе час. Переход сейчас посмотрим, и я закончу МК. Еще раз извиняюсь за WebEx. Нас WebEx подвел, чтобы вылетел звук в начале МК. Пока чинились, прошло довольно много времени.
Опять же, кто хочет посмотреть МК в записи, прошлые или какие-то нарезки видео, то у меня ВКонтакте в разделе видео все это есть. Можете посмотреть. Ссылку я скинул. Переход 12 часов, смотрим на валюту. Ничего не изменилось, такая же тишина. Ребята, сейчас у кого есть доступ к профи, идите просто на мастер-класс Шевченко Максима. Поторгует РТС, покажет, как там, что происходит. В общем, всем большое спасибо, кто присутствовал. Надеюсь, в следующий раз будет полноценный МК и без таких зависов.